Вот. Это письмо и фотографию прислал мне мой брат Юрий. Вот так, сейчас, секунду, кто-то мне тут что? А нет, ничего важного нет, идем дальше. Так, дело вот в чем. Я сейчас приведу два примера. Мой и его. Вот его пример. Прививка разных абрикосов на местный терн, черенки от железного. Свирену заморозок. Ну, первый цвет это пустоцвет, не обращайте внимания, в следующем году будете с абрикосами. Меня удивило, что у меня неплохие результаты дал подвой терн, видите? Вот, если бы Юрия было не 71 с копейками, так, а 31, как вам, многим из вас, 41 даже, 51, я бы сказал, берете, это учебы, друзья, берете эти веточки, ну, естественно, зимой, в начале зимы отрезаете, если не боитесь, что замерзнут, может, перед весной, хотя рискованно, и прививаете снова на терн. Нужно новое направление, потому что у терна корни короче несколько раз. Вот, терн это уже ближе к кустарнику и можно садить там, где абрикосы делать нечего, то есть где близко грунтовые воды. Хороший совет, поверьте. А вот это вот мое дерево. Это слива китайка. Вот посмотрели на нее. Вот я ее ограничиваю. Почему? Чтобы она не мешала абрикосу. Полностью я, здесь было пышно все, пышный такой был, листья в море, все, ограничил частично. Вот, но главная моя задача была сохранить. Он взял и полез вверх, у абрикоса такое свойство, он может быть, значит, там быть и полметра, метр голова. А ему же, он не виноват, что он привитый, а у прививки-то нету этого самого естественного штамба. И штамп должен начинаться снизу, а он не хочет, всяко бывает. Бывает и метр голову. А кто его кормить будет? Он же привитый, он насильственная, это насильственная любовь. Его привили, а он не собирается. Захочет, сдохнет. Нижних веток кормить его, этим самым, нету. А тут еще сложнее. Я взял, привел абрикос на сливу, видели? И слева полностью, ну, фактически уничтожила пля, согласны? Тут сразу бы ненависть бы лютая была бы, лютейшая. Кому? Нет, не тлея. Тлея – дело житейское. Вот кому. В одном метре растет, вырастает муравейник. Видели? В одном метре. Ну, все. Или муравейник уничтожаем, или если так вы любите муравейники, как я, хрен бы с ним абрикосом. Мрачная картина. А теперь смотрим на то, что выше. Вот видите, что там выше. А выше там вот что. Абсолютно здоровый плодоносящий абрикос. Так нет. Который и у меня привит на сливу. Я не мог менять Чернобаева. Он буквально это самое. Можно сказать, удивил, поразил. А я никому не завидую, в общем-то. Наверное, мои плоды не хуже, где-то лучше по большой массе. Но извините, я же экспериментатор. Он умудрился на сливу это, привить абрикос. Он умудрился абрикосы привить на сливу. Ой, это, на абрикосы сливу привить. Умудрился. Ну, у меня руки зачесались, пару примеров показываю. Вот первый из них. Итак, я беру. Снимаю этот снимок, это верхушка. Покажите мне больные листья. А, любители, ненавистники тех же муравейников. Пара помирает этих, потому что они явно лишние тут. Абрикосы вырастут до 100 грамм, вы представляете? Оно уже заранее прощается с несколькими этими плодами дерева. Не выкормить это. Просто не выкормить. Вот так, друзья, посмотрели. Вот, и что теперь? Что теперь? Муравейник остался на месте. Скрутило, дай бог с ним. Мне даже мысли не было ходить, бегать с этими ядами. Ну, скрутило и скрутило. И муравейник цел. И дерево цело. И листья, все на месте. И плоды, и все. Все здоровое.